Регулярный чемпионат высшей хоккейной лиги подходит к концу. Не за горами плей-офф. Участие себе в этой стадии пермяки еще не гарантировали. Но исходя из положения в турнирной таблице, шансы продолжить сезон в играх на выбывание очень высоки. Залогом являются последние успешно проведенные выездные матчи. Выездом довольны. Именно потому, что предопределение задачи выхода в плей-офф, можно сказать, на 90% у нас решено. Но, как говорится, игры важные еще впереди. То есть вот эти домашние, с тем же Заурали, с Рубином, я думаю, будут еще важные игры. Домашними матчами против Заурали и Рубина для Молота завершится первый этап сезона. По мнению Александра Гулявцева, его подопечные к решающей части турнира подходят в хорошей форме. Настройчик видно, у команды хороший. Парни все заведенные, то есть они сами чувствуют, что они задачу выполняют. Заурали и Молот сыграют в понедельник. Игра начнется в 19 часов. Рубин будет гостить в Перми в среду. Если Молот находится в предвкушении стадии плей-офф, то фарм-клуб нашей команды «Октан» до этого этапа уже дошел. В выходные ему предстоит провести первые матчи. Соперником по 1/8 финала является ангарский «Ермак». Первые две игры состоятся на льду «Октана», затем команды отправятся в Ангарск. Матчи в спорткомплексе имени Сухарева состоятся в субботу и воскресенье, начало в 13 часов. Пройдет очередные матчи в предстоящие выходные волейбольный клуб «Прикамье». В 16-м туре чемпионата России среди команд высшей лиги А пермяки сойдутся в очной встрече со своим ближайшим преследователем – нижневартовской командой «Юграсом Атлор». Обращаем внимание любителей волейбола, что обе игры и в субботу, и в воскресенье состоятся в спорткомплексе «Политехник». Начало в 17:00. В нашем городе стартовал финальный этап первенства России по баскетболу. За награды состязаний борются команды, составленные из игроков не старше 16 лет. География участников очень широка. От Санкт-Петербурга до Новосибирска, от Волгограда до Красноярска. Матчи проходят сразу в двух залах – в спорткомплексе «Прикамье» и спортшколе «Олимпиец». Ну, турнир – это финальная часть России. Соответственно, готовились мы к нему, начиная уже с отборочных соревнований. Рады быть на пермской земле второй год подряд. Далеко не всем командам это удается. Я вижу здесь, по крайней мере, треть команд новая. Поединки на турнире проходят очень упорно. К примеру, во встрече питерцев и челябинцев за всю первую четверть в кольцо попал только один мяч с игры. Все остальные очки были набраны со штрафных. В итоге к первому перерыву на табло горели цифры 4-3. В соревнованиях такого уровня это большая редкость. Завоевать медали хотят все, но конкуренция очень высока. На площадке весь цвет российского юношеского баскетбола. Самые талантливые уже не первый год на карандаше у селекционеров. Да, уже давно видно. Уже тренер сборной здесь работает по 96-му году. Уже снимает все игры и определяет состав на будущие годы. Первый групповой этап завершится в субботу. Затем лучшие команды попадут во второй групповой этап. Ну а решающие матчи на выбывание станут третьей стадией соревнований. Олег Романов, телевизионная служба новостей.